совсем недавно в комментариях многие просили меня сделать ролик об умерших актерах сериала «Папины дочки» в 2021 году. Поэтому сегодняшний ролик именно на эту тему. Речь пойдет о трех актерах, которые сыграли в сериале «Папины дочки», хоть и небольшие, но очень заметные и яркие роли. Если вы смотрели этот телесериал, то с легкостью вспомните этих людей. Оленька, моя маленькая. Ты, наверное, меня и не помнишь, да? Нину Петровну, маму Сергея Васнецова и бабушку девочек сыграла Нина Ивановна Русланова. В кино актриса первый раз снялась в 1967 году. Она сыграла роль Надежды в фильме «Короткие встречи». В 1988 году Нина Русланова стала актрисой киностудии имени Горького. Всего на счету артистки почти 150 сыгранных ролей в кино и сериалах. Зрители помнят Нину Русланову по фильмам «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Берегите мужчин», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Участок», «Путейцы» и по многим другим. Последние годы актриса практически не снималась в кино. Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Актрисе было 75 лет. Она похоронена в Москве на Троекуровском кладбище. Значит, сильный месяц я от вас денег не увижу. Пошли. Фросю Жихареву, соседку Васнецовых, подругу Антонины Семеновны, сыграла Татьяна Ивановна Жукова-Кертбая. С 1992 года и до конца жизни актриса служила в Театре Содружества актеров Таганки. Помимо этого, с 1969 по 1981 год она снималась в роли пани Едвиги в популярной развлекательной юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». В кино актриса играла в основном небольшие роли. Татьяну Ивановну можно увидеть в фильмах «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Отель Элеон», «Дылды» и в других. Актриса завершила свой земной путь 9 августа 2021 года после продолжительной болезни. Ей был 81 год. Татьяна Жукова-Кертбая похоронена рядом с мужем на Старом Кунцевском кладбище. Добрый день, с вами Женя Васнецова и это «Новости спорта». С 9 по 11 сезон Жору, звукорежиссера «Радиоактивная», а также режиссера рекламного ролика в 98 серии, сыграл Дмитрий Николаевич Гусев. За все время своей творческой деятельности актер сыграл почти 150 небольших ролей в кино. Дмитрия Гусева многие помнят по фильмам «Глухарь», «Второе зрение», «Воронины», «Скорая помощь», «Вторая жизнь», «Пасечник», «Обратная сторона Луны» и по многим другим. С 2001 года и до конца жизни Дмитрий Гусев служил на сцене Московского театра на Юго-Западе. Актер ушел из этого мира 13 января 2021 года. Ему было 45 лет. Причиной смерти Дмитрия Гусева стала острая сердечная недостаточность. Актер похоронен в Москве на Востряковском кладбище.